Так. Ну что ж, всем доброго времени суток, друзья. С вами, как вы, наверное, уже знаете, Баш или Би. Ну, меня можно по-разному называть. Би — это сокращенно от Баша, я придумал. Да не важно. Мы с вами играем в Вич. Как бы странно это ни звучало. Вроде бы игра переводится как «который». Который. Да-да-да-да-да! Который. Ну ладно. Собственно, запускается она именно так, тоже с ярлычка на рабочем столе. Что это у нас? Управление типа шагов, да? Хорошо, ладно, давайте разберемся. Как здесь темно. Ой, какие громкие эффекты. Типа выйти я не могу, да? Ладно, давайте пошляемся по данному дому. Так, второй этаж. Давайте здесь пока походим, что у нас. Комната с каким-то сердечком, да? Прям слышно, как оно бьется. Хорошо, так, а что, приседать можно? С. С. А, вторая кнопка выше, хорошо. Ничего. Ничего. Так, что? Типа облапывать первая, приседать вторая. Ну, здесь, хорошо, ладно, разработчики вот так вот выявляют подсказки в данной игре. А что мы ищем, я даже не знаю. Я просто начал осматривать шкафы. Хорошо, давайте их осмотрим. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Так, сверху еще шкафчики. Ничего. Опа. Так, ключики упали, да? Хорошо. Хорошо. Мы с вами нашли ключики. Давайте продолжать. Так, тут какая-то дверь есть. Тут опять ключики. И унитаз. Че в унитазе? В унитазе? Так, что это такое? А, типа лампочка, да? Хорошо, так. Эй, как... Какого хрена? Дайте мои ключи. А, судя по всему, здесь мы их не возьмем. Так. Что-то мне не очень нравится вся эта темнота динамическая. Ну ладно, давайте подниматься на второй этаж. А, быстро. Довольно-таки быстро он, кстати, поднимается, да? Прям так. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-т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 оп. Лунная походка. Ту-ту-ру-ту-ду. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Так, я все, я заблудился. Слишком быстро, сенсивити. Ладно, продолжаем. Ага, мистер окошко. Ладно, идем дальше. Высокие какие эти, как ее. Проходы. Тут, наверное, гигант какие-то ходят. Посмотрите только, тут метр четыре, наверное, комната. Комната первая. Она у нас открытая, да? Хорошо, давайте посмотримся здесь. Шкафы какие-то, я вижу, что-то нарисовано. Так, человек плюс ключ, наверное, да? Равно выход. Но если нет ключа, то человек плюс человек. Логика железная. Хорошо, ладно. Здесь мы выйти с вами не можем, давайте осмотримся. Опять шкафы. Так, дверь можно закрыть? А то он мешается. Ну ладно. Так, так, так. А, в шкафах у нас пусто. Хорошо, ладно. Давайте продолжать играть. Такс. Что это у нас? Голова какая-то. А, это этот регби-мяч. Они такой же длины и вроде ставятся на такую же подставку. А так хрен знает. Так. Так, тут у нас, похоже, закрыто, да? И здесь закрыто. А, вот в эту штуку нет. И здесь закрыто. А куда идти-то? Так, может, я ключ где-то упустил? Так. Нет ничего. Так, не понял ничего. А, во! Во! Отлично. Отлично. Мы с вами нашли ключ от второй комнаты. Давайте найдем ее. Так, это не то. Вот она. Ой. Ой, ой, твою мать. Ты кто, блядь? Hello. А я тут в гости на чаёк. Эй, ты живой? Эй! Дайте мне какое-нибудь оружие. Я хочу ей врезать. Мне страшно. Ты кто вообще? Эй, хел. Ой, блядь. Сисястая. О, ключики. У тебя есть ключ. Давай. А, ты пальцем показываешь? Ключик.
нужен... А, блядь, ты что так близко стоишь, что охерел же совсем? Иди нахер отсюда. А, это голова, наверное. То есть это... Да блин, ты мне отвратительно, прекрати, пожалуйста. Либо... Нужен ключ либо от головы, либо от сердца, получается, да? Что у тебя? У тебя ни головы, ни сердца нет, я так понимаю. Все про... Блин, мне страшно с тобой здесь находиться, слышь? Ведьма. Блин, дура какая, уходи, пожалуйста. Кыш, сдрысни. Есть беспалево, прокрадусь, да, а ты... Ой, дрянь какая, ой, вообще. А что у нее... Что у тебя в руках, эй? У нее нож в руках, твою мать, а? А мне оружие. Слышь, ты охренела? Блять, твою мать. Я за тобой слежу. Слышишь? Не вздумай меня наебывать. Я слежу за тобой. Блять, твою мать. Ты что, телепортируйся нахуй. Иди нахер отсюда, пожалуйста. Так, я за тобой слежу. Похоже, тут ничего нет. Ты... Блин, ну... твою мать. О боже. О мой бог. Кажется, это был первый кирпич в этой игре. Так, третья комната, она закрыта. А здесь-то где все ключи? Что-то нет, 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 нет ничего. Нет ничего. А, вот что-то. Отлично. Мы нашли хрень какую-то. Ладно, пойдем поищем. Что мы можем сделать? А, мы пойдем ключ достанем из ванной, да? Хорошо. Блин, опять топ-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 топ. Пошла отсюда вон, а? Ты меня бесишь. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-т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 оп. Ладно, все нахрен. Слушай, я за тобой слежу. Не пойти пти нахер. Я серьезно. Иди нахер. Так, слушай, я нашел ключ. И советую тебе за мной не ходить. Опасная тетка с мечом. С мечом в руке. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Блять. Опасно. Я за тобой слежу. Понятно тебе? Не вздумай меня наебать. Так, мы нашли ключ от третьей комнаты, да? Что мы имеем? Блять, твою мать! Да ты охренел же совсем! Тебе ни ума, ни совести! Блять, стоит здесь. Дырявая. А. А, это типа разработчики, да? Создал My Canal. Механика. И плагины. Хорошо. Так. Что у нас здесь? Ничего. Ничего. А, ключи. Отлично. Ключи от головы, я так понимаю, да? Или что это? А, блядь, твою мать. Сука, дебист. Простите. Так, голова. Так. Блять, ты еще дышишь, твою мать. Да иди нахер, а? Хорош тебе, а? Пожалуйста, прекрати, мне это отвратительно. Отдай ключи. Ладно, все. Так. И что это значит? Ию, прям из унитаза, что ли? Твою мать! Да ладно тебе! Нет! Да не... Да нет! Ты серьезно? Ой, фу, какие глаза-то страшные. Она натуральная убийца. Hello. Привет. Ой, блядь! Сука, она специально давно издёт. О, она здесь уже. Что ты делаешь? Ключом открывай, у тебя ключ есть. Ну, открывай. Слышь? Такс. Ты можешь выйти отсюда с ключом, но вы не можете выйти с ключом отсюда вдвоем. Ты ж пошла нахер, а? Иди нахер. Пошла в жопу. Блять, дверь закрылась. Иди в жопу отсюда, пожалуйста. Иди нахер, дура. Нет, 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 твою мать, блядь. О, нет. О, нет. Нет, 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 нет. Иди в жопу. О, боже. О, нет. О-хо-хо. О-хо-хо. Да ты больная. Черт возьми. Да твою... О, да ладно тебе. Блин. Черт.
Вот дрянь, а. А меня, ты меня забыл. Заберите меня отсюда. А, который? Бэ-бэ-бэ-бэ-бэу. Окей. Так, ладно, хорошо, народ. Короче, игра закрылась сама. По сути, мы, видимо, ее прошли, да, который. Мораль сей басни такова. Тут, короче, видимо, в этой игре два сюжета, да? Ладно, хрен с ним. Спасибо всем, кто смотрел меня. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. С вами был Баш. Всем пока и спокойной ночи. Пиу.